Всем привет, дорогие друзья, с вами Олег, и сегодня я буду снимать обзор модов, третью часть. Этот обзор модов посвящен чему? S-Cars. Каждому автомобилю. И да, будем проверять каждый автомобиль. Вот такой вот он выглядит, вот так вот. К сожалению, он просто катается. И сигналит. У него есть эта штука, сигналка, и остановись. Я тебе сейчас колесо покажу. Давай, опять перезарядиться. Ему можно приколоть колесо. Ну и да. Также, тут есть прикольные штучки. Это вот здесь вот. Ключик. Сразу починил. Ключи от машины. На левую закрывать, а на правую открывать. Все. Выходим из машины и удаляем ее. Также есть бензин, и я еще кое-что покажу. Я сначала сам это не нашел, но потом нашел. Дальше, что мне тут еще понравилось? Мне это понравилось. Вот эта вот машина очень сильно. С вот этой. Которая меня пришибли. Спасибо этим машинам. И куда ты поехал? Никуда ты не поедешь. Также они умеют взрываться и переворачиваться. Физика прикольная. И давай. Так, вот они рядом встали. И теперь я не заспам вот эту. Вот, мне две вот этих машинки нравятся, и тут самая быстрая машина это, во-первых, полицейская, она имеет свой звук. Вот такой вот. Дальше, самая быстрая машина это вот эта вот. На ней лучше не гонять, потому что, ну, бешеная скорость. Реалистичные звуки, и она очень быстро ломается. Очень быстро. И она уже задымилась. Ее также можно расстрелять. И сейчас она взорвется. В воздухе давай. В воздухе взрывайся. Идет такой человек, и вдруг над ним машина взорвалась. Звуки колес сдувающиеся прикольные. И дальше, что я нашел? Я нашел вот такое вот. Штучку вот такую вот. Это тоже от этого же мода. Берем эту машину. Какую только. Ну, я возьму свою любимую. Нет. Ну да, допустим. И подъезжаем к этой автозаправке. Давайте попробуем из руля. И все. Вот так. И да, допустим, мы припарковались, опять я застрял, Эту заправку нельзя взорвать, но можно ей пользоваться. Ой. Нет, не так ей пользоваться, ей пользоваться надо по-другому. Опять же, ставим машину мою любимую, опять же, красная. И эта штука, заправка. Ну вот, допустим, я припарковалась. Ну, допустим. Давай, вот так вот. И вот так. Паркуйся. Заглушить мотор, самое главное, а то еще рванет и будет плохо всем. И давай. Бери за шланг. Так, где он? Вот он. Типа это шланг. И да. Надо вот этим вот заправлять. Где у него, чтобы ее заправлять? Вот, бак ее. Ну вот, мы слышим звуки, как она типа заправляется. Все, она заправилась, это можно убирать. Плохой шланг. И сама заправка улетает.
в прямом смысле. Также тут можно заправлять машину бензинчиком обычным. Только она сейчас не заправляется, потому что я не потратил ни одного нитро. Прикольные звуки. И суицид. Так, приезжаем, где эта машина? Вот, приехали. Ударяемся об нее. И берем. Вот, все. Мы за ее заправляем. Вообще ее надо заправлять вот здесь вот. И да, все круто. Также тут можно продрявливать колеса ломом. Точнее, не ломом, а что это? Забыл, как называется. Вот. Даже вроде можно на одном колесе. Да. Ну, далеко не уедет. И давай сейчас ее подорвем чем-нибудь. Только чем? Чем у нее? О! Бомб! Почему бы нет? Ну давайте бомбы, сейчас подорвем. Только сами подальше будем уйти, самое главное. И давай. Все. Машины нет. И меня еще отнесло. Отнесло, да. Капец. Самое главное, что нет машины, и я прилег поспать. Опять. Да, все. Смотрим, машина там есть или нет. Дым, ничего не видно вообще. Ну, от нее, кажется, уже ничего не осталось. А, ну, все понятно. Бомба настолько сильная, что машину унесло. Вот ее оставшиеся части, колеса. Также тут есть прикольная функция. Смотрите, берем две машины. И вот у нас есть эскар. Тут, во-первых, можно все это делать, там колеса менять и так далее. Мне больше всего тут нравится. Дерби. Раз, два. И они сами заводятся и ездят. Также можно их отключить на правую кнопку мыши. Отключайся. Их можно включить в фолов. Флэр, это они просто будут ездить. К ним можно садиться пассажиром, да, я все пассажиры сяду. Ими управляют. Компьютер. Компьютер как-то. Есть еще компьютеры со смайликом. Да. И все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.